Вот Марта имеет какую-то паранормальную активность или нет? Уйти на какое-то время из дома и поставить камеру. Там шевелилась дверь. Алло, я Вера. В прошлом видео я рассказывала 10 признаков, как можно определить, если в вашем доме находится призрак. И сегодня я решила узнать, есть ли у меня дома призрак, а точнее убедиться в том, что призрака нет. Я очень надеюсь на это. Со мной не так давно происходили события, которые связаны с какими-то мистическими явлениями, которых я объяснить просто не могу. Я ссылки на видео оставлю в описании, ну и поехали. Что касается тех 10 признаков, о которых я уже говорила, меня иногда беспокоит Марта, моя кошка. Да, она ведет себя иногда, правда, как-то странновато, но я надеюсь, то, что это просто звуки, которые она слышит из соседних квартир там или что-то из окна, машина проехала. Ну, в общем, может быть, все что угодно. У кошек у них более развиты рецепторы. Почему кошка слышит, что где-то может далеко пищать мышь? Она улавливает такие звуки, такие частоты. И я тоже надеюсь, то, что это не связано с призраками. Сегодня я решила опробовать одно приложение, с помощью которого можно определить, есть ли у вас в доме что-то паранормальное. В принципе, это даже достаточно логично, потому что в телефоне есть всякие датчики, которые могут улавливать различные колебания, частоты, электромагнитные поля или что-то в этом духе. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, я в этом не так хорошо разбираюсь, но, в принципе, звучит это логично. Вот это приложение, с помощью которого можно определить какие-то колебания, изменения или изменения электромагнитных полей или что-то в этом духе, и уже как следствие вы можете предположить, что в вашем доме действительно есть какое-то явление нестандартное, паранормальное. Ко мне неожиданно пришла Марта. Видимо, она тоже хочет попробовать вместе со мной воспользоваться этим приложением. Я не знаю, подействует оно или нет, но мы попробуем, да? Да. Вот именно так выглядит экран приложения, и здесь показан радар, здесь показана максимальная и минимальная паранормальная активность, то есть минимум, зона минимума обозначена желтым цветом, зона максимума обозначена красным цветом. И вверху есть 5 красных датчиков, которые будут уже обозначать минимум и максимум. Один это самое маленькое активность, а 5 это уже максимальная активность. И сейчас я включаю этот радар. Он включается именно вот таким образом. Сейчас минимальная. Сейчас я, по крайней мере, буду водить вокруг себя. Просто. Пока единичка. Очень удобно, можно по звуку определять. Два. Четыре. Кошмар. Серьезно? Ну где-то здесь явно. Четыре. Марта, что такое? Интересно, а вот Марта имеет какую-то паранормальную активность или нет? Ну нет, единичка. Все. Ну, ладно. Смотрите, здесь просто жесть! Ты понял, почему? Там доска. Да. Серьезно, доска там была? Просто приложение.
тут не пищало, здесь не пищало, в той комнате не пищало. Почему здесь пищит? 4-5 там было. Ну как это еще проверить? Может, камеру поставим, запишем на видео? Типа, чтобы фотки он делал? Или прям видео записать? Просто запишем видео, может, это что-то попадет на камеру. Ну давай. Блин, как спать вообще? То есть здесь какая-то активность явно есть, да? Блин. Ребят, я на самом деле надеюсь, что сейчас это все большое совпадение, потому что это, ну, как бы, это просто приложение с телефона, и я очень надеюсь, что ничего такого оно не показывает, это просто какие-то шутки разработчиков, и ничего оно не меряет, я очень на это надеюсь. И сейчас мы решили уйти на какое-то время из дома и поставить камеру и посмотреть, что здесь происходит вообще. Есть ли хоть что-то, какая-то активность? Может быть, нам удастся что-то заснять. Если честно, я больше не знаю, как это проверить. Я думаю, что это можно сделать именно таким способом. Ну, приложение явно показало на шкаф, вот на эту часть комнаты. Вот даже не здесь, не в этом углу, здесь все было нормально, а вот около двери. Именно на дверь шкафа показало это приложение максимально активность радара. И именно в этом шкафу лежит доска. Ну, не знаю, я себя, в принципе, более-менее нормально здесь чувствую. Ну, то есть мне не кажется, что меня тут трясет, колотит, и, ну, как бы это мой дом, почему я должна так думать? Но то, что радар показал эту активность именно сюда, именно в этом месте, на спиритическую доску, ну, это же, по-моему, как-то слишком много совпадений, и это пора проверять. Ладно, в общем, я думаю, что мы посмотрим, что будет на видео. Блин, ребят, это просто какая-то чертовщина. Я только что посмотрела запись, я не поверила своим глазам. Там реально какое-то движение. Там что-то, во-первых, шевелилась дверь, и еще какая-то белая фигня была на, не знаю, на снимке, как будто что-то про... Ну, блин, это реально движение, это ничем не... Я не могу говорить. Я думаю, что реально мне не показалось, потому что видела не я одна, я смотрела с парнем запись, и там просто шевелилась дверь. Там шевелилась дверь. Марта сейчас просто как взбешенная, я ее с собой брала. Она что-то обнюхивает, в общем, очень странно себя ведет. Может быть, Марте все-таки дать понюхать доску и посмотреть, как она реагирует. Ну, понюхай, Марта. Thank you.
Ну, Марта пипец как просто реагирует. Вообще просто жесть. Как только я начинаю опять подносить доску, она просто... Короче, ей она явно не нравится. Ладно, ребят, пора заканчивать это видео. Я подумаю над тем, что произошло, и потом уже приму какое-то решение.